Музыка сильных. В прямом эфире Радио Шок. Всем привет, друзья! У микрофона Кириляк, в эфире программа «Музыка сильных». Здесь мы слушаем музыку и выделяем сильные стороны различных релизов из мира отечественной метал- и рок-сцены. И сегодня, друзья, у нас новые имена. Новые имена на наших просторах творчества разных музыкантов. Группа «Астарта», а именно гитарист Роман Гурьев, «Арида Вортекс», между прочим. Также Павел Жданович, экс-«Арида Вортекс». Бас-гитара Макс Рянский, барабаны Богдан Котов, а за вокалом Юрий Туровников. Он же также является автором всех текстов, музыки, и вообще он все это придумал, он все это устроил, то, что мы сейчас будем с вами слушать. Проект пишет свой дебютный EP. Очень ждем выхода. Очень надеемся, что это будет здорово, классно, что это будет хорошая заявочка. Что мы такие, да, нам этого не хватало, и мы обязательно будем ходить на концерты этого коллектива. Но перед тем, как выпустить EP, группа «Астарта» нас порадовала синглом. Песня называется «Небо смотрит на нас». Мы сейчас послушаем эту песню, после чего подведем итоги. Что же мы с вами услышали такое интересное? Группа «Астарта» в прямом эфире на Радио Шок. «Небо смотрит на нас». Группа «Астарта» в прямом эфире на Радио Шок. Дебютный сингл «Небо смотрит на нас». Ну что, друзья, есть что сказать про эту композицию у меня. Вся песня нам просто не дает отдохнуть от слова совсем. Вся композиция идет в мощном металлическом ритме. Хочу выделить сразу именно инструментальную часть для начала. Все это выполнено по, так сказать, канонам такого... как хард-рока, так и хэви-метала. Такой галоп гитарный, мощные гитарные соляки. Хочется трясти под эту песню головой. Особенно на концертах. Да, очень надеемся, что группа «Астарта» выйдет на сцену в ближайшем будущем. Простая вокальная мелодия. Абсолютно очень простая. Но мне кажется, она такой и должна быть. Именно в контексте данной песни. Очень простой припев в плане мелодии и хорошо запоминается, а это очень большой плюс. Соло гитарное, которое не выделяется мелодизмом, оно не запоминается, но здесь так и нужно, на мой взгляд, и объясню почему. Если бы это соло-партия, она, кстати, сыграна очень технично, мы слышим классные запилы всевозможные, нас просто кидает вверх-вниз по этим гитарным переливам, все здорово. Но если бы это соло было бы мелодичным, запоминающимся, то оно бы очень сильно выделялось из всей аранжировки. Очень бы сильно выделялось. И оно, так сказать, таким, каким является, идеально подходит к простой вокальной мелодии, к простой вокальной партии. Так что вся эта композиция... на мой взгляд, является некой командой, что ли, музыкальных инструментов и исполнителя. И это очень здорово. Вот такие ассоциации у меня вызвало. И еще с самого первого прослушивания я для себя понял одну вещь, что исполнена в вокальном плане эта песня именно в стиле такого, знаете, русского рока. А музыка в металлическом направлении здесь сделана. И такое сочетание можно наблюдать, ну, очень редко. Если группа будет работать в том числе в подобном ключе,
будет интересно послушать, что же нас ждет дальше. Юрий там, кстати, еще и наверх вокально уходит в одном интересном моменте. Хотелось бы эту нотку немножечко погромче, потому что она такая прям очень яркая. Я что хочу сказать. Редко попадаются группы, которые настроены, молодые группы, которые вот только появились, пусть они и наполнены достаточно известными и очень опытными музыкантами, но проект новый. И настроены музыканты серьезно. И я всех призываю подписаться на эту группу ВКонтакте, группа Астарта, Russian Metal Project. Запись данного эфира также выйдет на YouTube-канале Кириляк, естественно, все ссылки в описании. Проходите, ознакомливайтесь, ждите новых релизов. Кстати, группа также подготовила и несколько инструментальных композиций, так что их тоже можно послушать и прикинуть, что же нас ждет в дальнейшем. Группе Астарта я хочу пожелать успехов, чтобы они процветали, чтобы EP наконец-то вышел. Юрию терпения, сил и нового вдохновения на дальнейший материал и также выход на сцену, потому что без этого никуда. Друзья, ну а вы слушаете программу «Музыка сильных», слушайте «Радио Шок», а если вы музыкант и тоже хотите, чтобы в нашей программе прозвучала именно ваша композиция, обязательно напишите мне, и мы это сделаем. Принимаются рок-музыка, принимается метал-музыка, принимаются новые релизы, старые релизы и так далее. И еще скоро в эфир возвращается долгожданная передача «Металлодетектор». Мы с Павлом Сергеевичем скоро вернемся и устроим настоящий бум! Очень большой бум. Ну что ж, друзья, большое спасибо группе Астарта. Еще раз подписывайтесь. И на канал на мой тоже, если вы смотрите это видео и думаете, кто я. Меня зовут Кириляк, и я ведущий на петербургской радиостанции «Радио Шок». Я интервьюирую музыкантов из мира отечественной рок- и метал-сцены. Всем пока, друзья. Приятно было пообщаться.